Забыл начать снимать видео с момента загрузки всего-всего. Значит, так как реакция эндотермическая, мы ее немножечко подогреваем, и она ускоряется. Я вот только честно сказать, вот в этот момент стою, короче, сейчас и не понимаю. Уксусом-то, в принципе, еще пахнет. Что отсюда? Что отсюда? Короче, я тоже разогрел, она быстрее пошла реакция, чуть быстрее засыпал. А эту не разогревал, ну как, на плиту рядом поставил. Вон, в принципе, жижа тоже появилась. Жижа тоже появилась, как бы, но реакция еще точно идет. Не могу понять, здесь, короче, реакция еще идет или не идет. Сверху появляется корочка. Если подольше подождать. Сверху, короче, появляется корочка такая хрупкая. Горячая, уже давным-давно выключенная плита. И, ну, плита, кстати, плита холодная. Плита холодная, вот кастрюлька горячая. По ходу дела у меня, короче, эта реакция уже завершилась. И она остывает. Остывает и превращается. Единственный запах уксуса еще остался. Я думал, то, что он должен был полностью пропасть. Ну да ладно, уксус мы сюда налили чуть-чуть побольше и туда, и туда. Почему? Потому что уксус можно доливать чуть больше. Ничего страшного не будет. Будет страшно, если насыпать больше соды и меньше уксуса. Вот в обратную сторону не страшно. Вот, что здесь, как бы, реакция шла. Кстати, вот в казане, короче, было отлично, то есть прям можно было не трогать. А здесь пару раз я, когда крышкой накрывала, она до крышки доставала. Крышку снял, как бы, не знаю, ни разу не было, чтобы она убежала, конечно. Но в первый момент я ее, конечно, первое время долго помешивал. Соответственно, вот это мы, по ходу дела, сейчас будем еще доделывать, ждать. А вот с этим, по ходу дела, можно уже это завершать реакцию. Я просто времени совсем запомнил. Вроде в 5 начал, сейчас 8. 3 часа, говорили, что 4, можно больше. Но я это все дело грел. Я это все дело грел, соответственно, реакция у меня должна была пройти быстрее. Блин, да как определить-то? Стопудово это у меня жидкость, по ходу дела, уже температура отдает. Ну что, заливаем в бутылку тогда. Или подождать, пока уксус выпарится. Переливать обратно будет потом не очень. Так, ну это она остывает уже точно. Единственное, пахнет уксусом. Здесь реакция еще идет. Реакция идет даже на капельках, по-моему. Так как делаю первый раз, вопросов, конечно, огромное количество. Но, наверное, именно поэтому это видео всем остальным и будет интересно. Так, ну, подождем, наверное, пока она... Опа, пошла проваливаться. Вот именно поэтому, в принципе, можно как бы это и отходить от нее. То есть она поднимается и благополучно сама падает. Плитка немножко горячая, тут температура чуть повышенная, а чашечка у нас холодная. Соответственно, реакция еще идет. Но так как здесь я чувствую давно уже горячую, ну, теплую чашку, сейчас я хотя бы руку держать могу. Реакция замедляется. Густая стала.
Наверное, для опыта я эту вторую разогревать не буду. Посмотрю, как процесс проходит. А то я так со слов, в принципе, все эти данные узнал, посмотрел кучу видео, да. В одном видео мне кто-то, ну, кто-то сказал то, что уксус. Можно уксуса накидывать больше. О, кстати, дождался, что она хрупкая стала. Так, ну, чем больше времени я жду, тем эта штука у меня становится все более густой и хрупкой. Значит, соответственно, и отдает она тепло. Значит, у нее уже запустилась реакция. У нее уже запустилась реакция. То есть вопрос один остался, как бы дождаться, пока воспарится какое-то количество воды и уксуса, потом заливать. Или, в принципе, уже как бы можно заливать. Уксуса я чуть-чуть налил побольше. Вон какие большие куски прям появились. Уксуса я чуть-чуть налил побольше. Поэтому думаю, что... Ну, хотя я чуть-чуть побольше налил. Я думаю, это уже давным-давно испарилось. Как и уксус, так и вода при нагревании. Она давно должна была испариться. Значит, это у меня первый вариант. Мы его сейчас переливаем в бутылочку заранее приготовленную. Второй вариант ждем. Интересно, кстати, как эта штука себя поведет. Слабенько перемешал. То есть, по идее, видимо, вот такая реакция у нее на кислороде. Вот они прям кусочки появляются. Значит, будем считать, что это уже реакция пошла на остывание. Все тяжелее и тяжелее ее размешивать. Я уже не вижу жидкости. Значит, когда она превратилась в жидкость, можно было останавливать всю эту реакцию. Опа, опять пошла проваливаться, забыл. С таким звуком характерным. Так, это становится гуще. Гуще и гуще. Поэтому тоже можно предположить, что реакция заканчивается. Хотя во всех остальных видео эта штука доходила до состояния камня. То есть, если ее не греть, она должна быть как камень. Я просто вот эту случайно разогрел несколько раз, как бы забывал на шестерочке температуру, и по ходу дела она мало того, что приготовилась, она еще и зарядилась. Ну, я смотрю, что-то бурлит, как бы жидкость прозрачная, думаю, ну, все, что, видимо, расслабься, думаю, сейчас уксус выйдет, все остальное выйдет. Но так как я не считал реакцию, кстати, когда вот добавляешь крошечки со стенок, соответственно, и реакция ускоряется. Ладненько, что будем переливать, сейчас размешаю ее посильнее. Кстати, температура, ну, рукой держать прям тяжеловато, и прям реально давно. Комфорку я уже давно рукой как бы это могу держать спокойно, а это, ну, это прям реально жестче. Я просто комфорки включал, ой, эти все холодные уже давно. Значит, это у меня жидкость уже отдает температуру. А это еще не приготовилось. Ну, соответственно, как бы при нагревании ускоряем процесс, вы видите как.